когда, упав на поле боя, и не в стихах, а наяву, я вдруг увидел над собою живого взгляда синеву, когда склонилась надо мною страдание моего сестра, боль сразу стала не такою, не так сильна, не так остра. Меня как будто оросили живой и мертвой водой, как будто надо мной Россия склонилась русой головой.